Шановні друзі, Міністерство внутрішніх справ продовжує процес реформ, і сьогодні ми пропонуємо вам реформу сервісних центрів, створення сервісних центрів. Я знаю точно, каждый из вас, кто смотрит, рассуждает, что МРЭВы официально перестали существовать 6 месяцев назад. Но и 6 месяцев формально существуют сервисные центры. Но для того, чтобы двигаться вперед, нам нужно было как следует понять, где мы находимся. Нам нужно было сделать генеральную уборку. И вот сегодня мы говорим о полном концепте, который представляем обществе. По сути, это дорожная карта движения, по которому мы сможем очень быстро отследить, как мы реализуем нашу реформу сервисных центров. Антикоррупционная система работы, чтобы все было сделано так, чтобы не было возможности за деньги получить какую-то услугу или каким-то образом вымогать посетителей деньги. Открытые пространства, клиентоориентированность, то есть удобство посетителя прежде всего. Для этого будет работать непосредственно система логистики внутри этих сервисных центров, а также электронное направление, IT-направление, где значительную часть сервисов можно будет получить заочно. Мотивированный кадровый состав. Первый центр будет открыт в следующем месяце, уже новый, обновленный сервисный центр, уже в Киеве, и дальше по крупным городам: Харьков, Киев, Днепропетровск, Одесса, и далее везде по всей стране, так как мы делали с патрульной полицией. Мы рассчитываем, что мы завершим процесс обновления сервисных центров и внедрения новой системы уже до весны следующего года. Вот такой у нас максималистский план.